Но даже если все системы пожаротушения в порядке, каждый должен знать, как действовать в экстремальной ситуации. В этом нам поможет эксперт по безопасности Михаил Сериков. Бывший военный, который много лет консультировал школы и детские сады в области по вопросам безопасности, рассказал нашему корреспонденту, что нужно помнить, находясь в ТРЦ. Подробности далее. Если знаешь хорошо маршрут движения, двигаться по маршруту движения к ближайшим выходам, но опять же, в первую очередь защитив органы дыхания мокрым, ну, полотенцем, тряпкой, платком, шарфиком. Если вот такая ситуация, когда вот двери закрыты, окна могут быть, с собой брать все, что может выбить, те же огнетушители, к примеру. Еще можно использовать также комнаты туалетные. Как правило, там есть вода, что позволяет человеку, во-первых, самому облить себя, во-вторых, смочить средства, которые позволят ему дышать. И в-третьих, бывает, когда в туалетных комнатах есть окна. И их можно использовать тоже. Если мы, к примеру, на втором этаже, посмотреть в окно, открыть, звать на помощь. И последнее, если вы не можете спуститься вниз, надо подниматься вверх. На крыше. Подчеркиваю, защитив органы дыхания, использовать стены как ареально. То есть вот есть тыльной, обязательно тыльной стороной необходимо. Почему? Потому что вот даже здесь, если мы здесь покажем, тыльная сторона, если попадаете на электричество, ее просто отбрасывает. Если вы попадаете лицевой стороной, то у вас захват, и вы погибаете уже от тока. Чтобы не оказаться задавленным в толпе, нужно, во-первых, раздвинуть свои локти. Это раз. Постараться не споткнуться, потому что, как правило, человек упавший, его просто задавят напросто. Вот. Идти за человеком, который более массивный, более высокий, более здоровый. Не подходить близко к стенам. Почему? Потому что стену тебя могут либо колонну просто раздавить или очень сильно прижать. То есть двигаться вместе с людьми, а если тебя подняли, то даже не сопротивляться. Поднять ноги, пусть тебя толпа несет, но единственное – защищать свою грудную клетку. А если мы с детьми в этот момент? Желательно детей брать на руки, либо прижимать со стороны груди. Если у вас два ребенка, то здесь, видимо, приходится одного, как говорят, на плечи, а второго – к груди.